Больше 35 тонн мусора собрали экоактивисты в горах Заилийского Алатау близ Алматы. Экологический субботник по очистке территории национального парка прошел в рамках общенациональной акции «Нет мусору на природе». Массовая уборка охватила наиболее популярные туристические места. Помимо этого, участники акции высадили 250 яблонь и около 500 кустарников. Экосубботник призван объединить всех, кто выступает против потребительского отношения к природе. Я считаю, что чистота – это является залогом патриотизма. В нашей стране очень важно, чтобы каждый человек любил свою природу и бережно к ней относился. Поэтому сегодня мы все вместе вышли на субботник, чтобы также очистить нашу природу, чтобы и гостям также нашим было приятно, и также самим нам находиться здесь.